В предыдущем видео я рассказывал, как реставрировать нашу сушилку для посуды, если она заржавела, и как сделать вентиляцию. То есть вот здесь дырки делаем снизу и сверху специальным сверлом. Будет хорошо вентиляция при закрытой двери, и наша полка не будет ржаветь. Так, рассказываю, как крепить вот такую вот сушилку, которая идет без крепежа. То есть вот так она выглядит, наша сушилочка. Как вы видите, крепежей никаких нету. А все очень просто, друзья. Крепить ее очень просто. Сейчас мы вытащим и расскажу, как это делается. Для того, чтобы закрепить вот эту вот сушилку, нам понадобится либо вот таких саморезиков, либо вот таких. У меня вот такие черные, так как на тот момент, когда я крепил, не было вот с широкой шляпкой. Саморезы нужно подбирать, чтобы они не выходили за ширину нашего шкафа. Все элементарно просто. Отмеряем расстояние вот от низа шкафа до примерного крепления нашей полочки сушилки для посуды. Вот изначально я сделал вот такое вот коротенькое. Посуда доставала до самой полки, поэтому пришлось сделать чуть повыше. И сушилка для стаканов тоже маленько повыше. Сейчас я замерю свои размеры, которые, я думаю, почти всем подойдут. Так, нижняя часть у нас получается 13 сантиметров. То есть замеряем в двух краях. Здесь 13, здесь 13. Проводим черту. Замеряем нашу полку для посуды, сушилку. Вот она 25 сантиметров. Также вот от края 25 сантиметров отмерили. И на 7 сантиметрах от нашего шкафа прикручиваем саморез. И на 21 сантиметре прикручиваем саморез. Также и с этой стороны. Все. Нижнюю полку можно крепить. Крепится она очень просто. Вот так вот ставится. Все. Держится на саморезах. Я, конечно, не исключаю, что есть какие-то специальные крепления, но так как я купил эту полку вообще без креплений, я решил ее прикрепить вот таким вот образом. Также и верхняя. На высоте 41 сантиметр. Что с этой стороны 41 сантиметр, что с той. Прикрутили саморезы, чтобы шляпки маленько торчали. И все, и ложится наша полочка без проблем. Все элементарно просто, друзья. Эти крепления выдержат всю посуду, которая поместится на эти полочки. Как мы видим, полка, что верхняя, что нижняя, забита до отказа посудой. Все держится на ура. Ширина моего шкафа кухонного стандартная. 72 сантиметра и 50. 72 на 50. Вот, а глубина получается 30 сантиметров. Так что все устанавливается очень просто. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.